Приветствую всех на моем канале. Продолжаем игру Resident Evil 4 Remake на ПК. И глава 13. Желаю всем приятного просмотра. Погнали. Да, видно остров большущий какой-то. Посмотрим, что за враги здесь. Будет встречаться нам. Ого, уже там лазеры какие-то. Турели. Да, нелегко будет, нелегко. Чего себе, большущий завод какой-то. Что за производство здесь? Ух ты ж. Интересные враги здесь. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Здесь тоже турель. Она будет стрелять, наверное. Давайте лучше пистолет. Нет. Она не стреляет. Это хорошо. Давайте залезем. Залезем, посмотрим, можно ли настроить. Отлично, настроили. Это хорошо, турели можно использовать. Что здесь такое? А, здесь продавец. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Кубические устройства нам нужно будет. Пригодятся тебе в гробу. Давайте. Славная сделка. Карманный нож тоже нам не нужен. Спасибо. Готов купить почти все. Больше ничего нету, надо смотрение на улучшение посмотрим, а починим. Забирай. Плевое дело. Дороговато починить. Значит так. Уровень 4. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Четвертый уровень. Третий. Третий. Он дорого стоит. Давайте увеличим. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Запас. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать от доброго пути? Может, и сокровища взять у нас здесь. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Кейс. Что-что? Как нам удалось добыть все это?
больше не спрашивай. Карта сокровищ, спрятанная на острове. Давайте возьмем. Любишь собирать всякий мусор, да, чужак? Приходи в любое время. Ну что продать тебе? С ним мы закончили. Такое. Ладно. Взяли. Невозможно залезть? Нет. Это что такое? Стертая эпитафия в пещере. Воинственный безумец изгнал нас. Трава увяла, деревья засохли. Мы ждем, расплачиваясь за грехи, и этот одинокий остров стал нашим чистилищем. Но не отчаивайтесь, братья и сестры, наше время придет. Эстер Седлер. Седлер какой-то. Это не тот Седлер. Турель не будет стрелять. А, там еще один есть. Как туда пройти? Не увидели, я думал, кто-то увидел нас. Но нет, не увидели. Может, надо пройти с той стороны? Потому что с этой стороны никак. Как вижу. Давайте посмотрим, тихо можно замочить кого-то. Ух ты ж. Какое кабанище с автоматом, пулеметом каким-то. Еще. Отлично. Ублюдок. Давайте подходите. Давай, гори. Гори, ты тоже кабан, гори. Сейчас с тобой разберемся. Сдохни.
Собрали. Значит так. Эй, кабан, сейчас мы с тобой тоже разберемся. Отлично. Кабана тоже уложили. И здесь сюда, и здесь сюда. Сдохнет тоже. Этого тоже замочили. Кто остался там? Иди. Все, прут. О, еще один, давай. Сдохни. Отлично. Кто там еще есть? Аиста? Гаденыш. Спускайся оттуда. Гори там. Ты тоже. Один есть. Отлично, он там сгорел. Кто-то остался. Значит так. Берем патрончики. Этого тоже выключим. Все, отлично. Идем дальше, этого тоже выключим. Так, в эту сторону. Нам надо что, туда подняться? Отсюда нет дороги. Сейчас спустимся. Посмотрим. Нет, отсюда все-таки нет туда дороги. И сверху тоже. Ух ты ж. Сюда. Это тоже возьмем. Аиста.
Сейчас с тобой тоже разберемся. Замочили котенышу. Значит так, здесь надо подумать, какую выключить. Оттуда дороги нет. Нет, сюда тоже так не пройти. Неужели отсюда он не прыгает в окно? Это вот что. Посмотрим, так получится. Сюда. Пойти. Это сделаем в эту сторону. Посмотрим. Давайте, давайте. Прошли наконец-то. Здесь ничего нет. Иди сюда. Давай, сдохни. Ух ты ж. Давай, 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 давай. Отлично. Взяли. Взяли. Что у нас здесь? Ничего нет. Пошли, идем дальше. Ах, иди сюда, иди сюда, иди. Иди. Ух, пыш. Thank you.
Сколько я пуль потратил на него? Гаденыш. Четырнадцать патронов. Ты чё говоришь? Здесь что, не открывается? Давай, патроны для пистолета нужны. Куда нам теперь? Наверх. Ты отряпаремось. Иди сюда. Тихо, возьмем тебя. Отлично. Взяли. Здесь ничего не осталось. Кажется, нет. Может, так тихо возьмем? Давай, давай, тихо, тихо, тихо. Там еще есть. Queremos ver sangre. Давай его тоже. Хорошо, идем. Тихо. Здесь кто у нас есть? Трава. Давайте создадим. Создадим. Отлично. Идем дальше. Здесь никого. Здесь тоже. Выходим, наверное, отсюда уже. Посмотрим по карту. Сокровище осталось. Где? А, в этой стороне. Сейчас. Здесь прям. Как туда пройти? Сюда никак. Проход есть какой-то. Отсюда тоже туда не пройти. Посмотрим, может, отсюда найдем выход. Ракетница? Нифига себе. Плохо
плохо дело. Да сколько вас вообще? Тоже сдох. Ух ты ж. А если железный, только ногу. Давай. Вас. Давай, 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 давай. Этого гранатометом надо замочить. Сейчас отсюда попробуем его замочить. Где ты, ублюдок? Сейчас увидел тебя. Замочили гаденыша. Сдохни как. Ух. Лютов сдох. О, 6 патронов. Полетел. Здесь что у нас? Взяли. Патронов-то маловато. Давайте другую бойню. А патронов маловато. Ух ты. И вот 5 патронов. Ух ты, сколько их здесь. Эшли держит тут?
Хорошо, попробуем их замочить, но патронов маловато. Ну что-то можем сделать. Давайте для пистолета хотя бы. Ух ты ж, как огромный. И ракетник там есть. С гранатометом. Давай, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Можем тихо убрать. Ух ты, что он увидит. Котеныш увидит. О, давай его, давай, давай, давай. Давай его, давай его, берем, берем, берем. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Иди сюда, иди сюда. Давай. Ух ты ж. Давай, дроболик. Смотрим здесь, что найдем. Патрончики взяли. Сокровище. Отлично. Где эта машинка? Ладно, не вижу. Что наверху? Как я не заметил. Берем. Хорошо.
не открывается. Давайте сохранимся. Давайте этот ворота тоже попробуем открыть. Посмотрим, откроется или нет. Видимо, тут пройти не получится. Надо искать другой путь. Все ясно. Приемчик. Услышали? Иди сюда. Патрончики нужны очень. Здесь что у нас? Патроны, отлично. Для дробовика, отлично. Ага, путь открыли. Что здесь не оставили? Нет. Ладно. Здесь что у нас? Эшли! Эшли! Эшли, очнись! Черт! Держись. Накачали ее. Страшные звуки какие-то, что там? Ладно, давайте спрыгнем. Тихо. Тихо. Ух ты ж! Бежим, бежим, бежим. И давайте спрей. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.
детеныш. Ключ Льюиса здесь. Нужна карта. Не пройдет. Ключ карта нужна. Какая-то. Давайте посмотрим. Заперто. Где нам достать ключ карту? Здесь тоже не пройти. Здесь ничего нет. А, вот лестница. Сделали. Зеленая трава, отлично. Создадим. Увидел, козёныш. Увидел. Этого замочили. Иди сюда. Не-не-не-не-не-не. Черт. Что у них здесь осталось у нас? По-моему, все взяли. Не, все взяли. Идем дальше. Наверное. Повезло. Патроны, отлично. Нож надо нам починить, нож. Отлично, патрончики. Где у нас ключ карта? Карманный нож. Вообще ничего нет. Давайте дальше. Сохотим. Что за место? Ага, вот. Патроны, давай патроны. Порох тоже ничего. Да, нехорошие места.
Здесь что-то выйдет. Тут тихо. Крысы. Ух ты ж. Чего себе. Он вышел оттуда. Сгоревший. А, продавец. Ну это же хорошо. Тебе понравятся мои товары. Давайте создадим. Ничего не можем сделать, только продать. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Так, так. Это однозначно мне пригодится. А, кат корона. Спасибо. Карман нож тоже продадим. Так, так. Это однозначно мне пригодится. Кубическое устройство, не знаю, нам даже все равно, понадобится нам. Или рванина, разница лишь в цене, которую поосторожней с этой вещью. Удачи тебе, чужак. Пятый уровень, 65 тысяч. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. 50 тысяч. Сила 35. Это возьмем. Не хватит. 75 делаем. 55. Ничего не держи. Все, как ты хотел. Спять, не хватает денег у нас. Давайте кубическое устройство продадим. Славная сделка. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. 2000 осталось. Ну все. Друг, я тут вся доброго пути. Здесь что? Давайте сохранимся. Отлично. Лучшие товары. Что, здесь ничего не оставили. Что за курица здесь? Посмотри, наверняка что-то понравится. Да, не нравится мне это место. Тоже ключ-карта. Но ключ-карта должно быть где-то здесь. Где-то здесь. Думаю, нам нелегко будет забрать ключ-карту.
Ух ты, что это было? Нам нужна только ключ-карта. Давайте. Свет. Нет. У нас записка какая-то. Начальник отдела одобрил вашу заявку на получение ключ-карты. Принесите вашу ключ-карту с первого уровня от секционной и следуйте инструкции на следующей странице. Чтобы получить второй уровень допуска, перезапишите карту с помощью машины в морозильнике. Чтобы получить третий уровень допуска, перезапишите карту с помощью машины в инкубационной лаборатории. Обращайтесь за разрешением к управляющему соответствующих отделов. Административный отдел первого комплекса. Где наш ключ-карта? Теперь посмотрим. Мы же, по-моему, отсюда пришли. Да. А. Ключ-карта. Надо дальше идти. Карты нет здесь. Здесь что? Значит так. Вот. Так. Все? Отлично. Что такое?
Анализ подопытного. Регенератор. Мне наконец удалось создать новую форму жизни. Я называю ее регенератор. Она обладает невероятным метаболизмом. Пока в организме живет хотя бы один паразит, он будет регенерировать бесконечно. Ух ты ж. Изучив тело с помощью биосенсорного прицела, я могу подтвердить, что паразиты становятся своего рода органами носителя, будто у него не одно сердце, а несколько. Мое новое творение является по сути бессмертным. Даже доктор Франкенштейн пожал бы мне руку в знаках уважения. Решил рассказать о своем достижении одному из коллег. Этот напыщенный придурок аж поболел. И тут же кинулся что-то строчить в блокноте. Мне подумалось, что он выразит свое восхищение. Но вместо этого наглец решил предупредить меня о потенциальной угрозе тупица. У меня все под контролем. Да-то подопытный впал в буйство и сбежал из криокамеры. Выходит, и я правда тупица. Да, нам худо придется. Ключ-карта первого уровня. Ну, карту взяли. С этими регенератами. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Пушки и игрушки рифмуют. Первый уровень. Давайте пойдем поставим. Чё, нет? Сюда нужен третий уровень. Ясно. Ох, то ж нам вернуться туда, что ли? Да, не хочу я с ними бороться, потому что бесполезно. Значит так. Там еще какое-то место было, там ключ надо ставить. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Давайте сохранимся. Потому что ключ-карту мы взяли. Тышь.
Первый уровень. Надо включить свет. И как включить нам свет? Как включить свет? Как свет-то включить? Даже гранатой не убить. Нет, и граната не умирает. Свет. Свет, где свет? Не помогло, что ли? Давай. Ух ты ж, нет. Нет, процесс идет. Давай. Давай быстро. Что тут? Все. Берем. Карта второго уровня. Бежим. Бежим теперь вниз. Вот тут ублюдок, где?
Давай, 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 давай. Третий уровень нужен. Ах ты ж. Давай, давай, давай сюда. Давай, 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 давай. Я сенсорный. Отлично. Давайте поставим биосенсорные детали. Ага. Поставили. Ах ты ж, ключ карта второго уровня. Нужен разводной ключ. Паразиты. Разводной ключ. Где взять разводной ключ? Здесь что-то есть. Ключ. Для винтовки. Наверное, здесь был разводный. Сейчас посмотрим. А, уже третий уровень нужен. Надо сделать третий уровень карты. Давайте посмотрим, что здесь. Патрон для винтовки как раз нужно. Отлично. Разводной ключик. Световая граната. Может здесь? Разводной ключик. Взяли. Давай, ну где же этот разводной ключик?
Порох. Здесь точно нету. Давайте наверху посмотрим. Заводной ключик. Потому что мы здесь бежали. Я не смог ничего взять здесь. Давай, давай. Разводной ключик. Где же ты? Здесь точно нету. А. Порох. Его 11 патрон. Да, всего 11. Разводной ключик где может быть? Здесь тоже нету. А, вот. Или нет? Нет. Где в этой темноте найти разводной ключ? Даже не знаю. Может, здесь все-таки? Или здесь нет разводного ключа? Здесь точно нет разводного ключа. Второй уровень допуск. Карта от первого. И второй уровень допуска. Третий уровень нужен здесь.
знаю даже, что нам сделать. Здесь тоже третий уровень нужен. Нет. Значит так. Давайте посмотрим, может быть, у них какой-то гаечный ключ у них. У какого? Не видно же. Взорвался еще. Ой, да 8 пуль осталось у нас. Давайте сделаем еще. Ах ты ж. Для винтовки не получается. Восемь патронов нам не хватит. Ах ты ж. Давайте сразу. И... Давайте одну, давай. Пять патронов. Ух ты ж. Пять патронов осталось. Ух, давай так. Давайте у этого. Да, трудновато две. Лучше этого. Получилось. Остался один. Ты ж две. Неужели мы не можем этот создать? Ну, нужно. Ах. Понятно почему. А продавец далеко.
Мы его не сможем убить так. Давайте с этой стороны посмотрим. Так. Остался один. Давай, давай. Давай, стой, 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 стой. Сейчас. Ну-ка. Давай, давай, вот это, у этого. Отлично. Давай. Разводной ключ. Вставляем карту. Убейте сами себя. Давай, 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 давай. Давай, берем. Третий уровень. Отлично. Ух ты ж. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Бежим, бежим, бежим. Взяли. Отлично. Спасаем девочку. Эшли. Супер. Все будет хорошо. Я опоздал. Нет. Спасибо. Ты принес лекарство вовремя. Встанешь? Где Луис? Он дрался за тебя. Пока мог. Идем. Времени мало.
Убьем эту гадость. За Луиса. Ада, прием. Паразитов можно извлечь в лаборатории. Я почему-то решил, что ты знаешь, где она. Все самое важное находится в их святилище. Оно на вершине горы. Ищи там. Ха, справочник по имени Ада. Удачи. Сочтемся. Ладно, ребят. На этом мы закончим 13 главу. И увидимся с вами в 14 главе. Всем пока, всем хорошего дня.